Сегодня решила потестить вот такие вот духи от Guerlain Paris. Аквалергу Аллегория. Бергамот Калабрия. У меня вот в таком вот чудесном пробничке. Спасибо огромное Аленушке за подарок. И как тут написали, погуляйте по бергамотным садам Калабрии, срывая солнечные сочные плоды. На первый взгляд аромат такой приятный. Такой немножечко, я бы сказала, мыльный. Но опять же, надо его разносить пару часов, посмотреть, как он будет держаться. Продолжаю тестить помадки, которые мне прислала прекрасная Елена. Это помадка от Эвелин в номере 697 Капучино Мусс. Девочки, я думаю, что я не открою для вас секрет. Каждый раз, когда вы используете другой карандаш, помада выглядит совершенно иначе. Или если вы используете помадку без карандаша вообще. Очень приятная. Я не могу даже сказать. Не, вроде бы у нее даже нет запаха. Очень приятная, кремовая, носится с удовольствием. Пробуем второй аромат. Guerlain Paris. Аква Аллегория. Со вкусом пассифлора. Смотрите, какие красивые картинки, просто сногсшибательные. И что нам здесь написали? Проснувшись прохладным утром, наслаждайтесь солнечным вкусом пассифлоры и погрузитесь в кристальные воды лагуны. Но, честно говоря, девочки, вот идет список ингредиентов. Алкоголь, аква, и потом идет лимонин. И еще какой-то лимончик, еще какой-то лимончик, пока доходит до пассифлоры. И на первый взгляд пахнет очень даже таким свежевыжатым лимончиком. Вот мы идем на прогулки, девочки, у нас инжир. Смотрите, какая прелесть. Какое дерево замечательное. Смотрите, вот оно все выпирает за ворота частного дома. Никто не срывает, никто не портит, никто не трогает. Красота. Помидорную маску мы уже делали, поэтому я решила сегодня сделать огуречную, но это уже от фирмы Nupore. Заказывала, кстати, эти маски на сайте iHerb, они удешевляли мне пересылку. И эта масочка у нас будет очищающая и тонизирующая. Кстати говоря, они там маски, в упаковочке шли по две штучки. Значит, огурчик, алоэ вера, мед и гранат. Все остальные маски я уже раздарила. Вот решила уже попробовать сама. Значит, наносим масочку на 15-20 минут. Держим. И потом нет надобности ее смывать. Ну, давайте посмотрим, какая она внутри. Вот так эта масочка выглядит на мне, девочки. Вы знаете, хорошая такая плотная маска. Даже немножко большеватая. Видите, она немножко оттопыривается. Очень увлажненная, даже очень. Я еще сейчас слила, кстати говоря, с нее жидкость, с того, что осталось. Я вам сейчас покажу. Запах очень приятный, такой нежный и приятный, ненавязчивый. То есть можно спокойненько с ним ходить. Ну и для любопытных, вот смотрите, сколько еще жидкости осталось. То есть здесь спокойно хватит еще на одну масочку. Единственное, что кто бы мне напомнил пойти и купить маски тканевые, да, сухие. Надо бы их прикупить и использовать. Кто там хотел увидеть нашу орхидею? Девочки, мой папа вытащил вот эту вот орхидею из мусорки. Вот она. Была просто обычная палочка. Да, мусорка, которая находилась в теплице, и он ее выходил. Смотрите, какая прелесть. Вот это она у нас уже второй раз цветет. Очень красиво. Также у нас вот есть вот такой вот вазончик. Мы все это прячем к папе в комнату, так как у нас и кошка, и ребенок. Вот цветочек с целой конструкцией. Папа у нас садовод. Сегодня тестирую аромат от Miss Dior Blooming Bouquet. Это от фирмы Dior Eau de Toilette.
Вот такой вот классненький в баночке оно должно быть. И смотрите, что интересно тут написано. Букет нежных нот пиона и розы, ограненный свежестью калабрийского бергамота и украшенный аккордом белого мускуса, ласкающий свежий цветочный аромат. Вот как раз это то, что я тестировала вчера. Аква-аллегория, да, там был калабрийский бергамот, и тут он тоже присутствует. Спасибо огромное Аленушке за то, что прислала мне такие замечательные пробнички. Помадка от Эвелин. Аква Платинум в номере 483. Спасибо огромное прекрасной Елене за чудесный подарок. Сегодня я также тестирую под карандашик. Рубрика «Пустые банки». Очередная паста от фирмы Colgate. Девочки, я решила как бы чередовать. Поэтому у нас сразу открытая паста Colgate, Aqua Fresh и Biomed. Сразу три, а иногда бывает еще и четвертая паста, чтобы был выбор у людей. Также закончилась очередная баночка мультивитаминов от фирмы 21st Century One Daily. Заказывала на сайте iHerb. Мы ими довольны и будем продолжать их принимать. Для тех, кому интересен состав. Ну и также вчерашняя масочка. Я ее поносила где-то минут 15-20, может даже больше. Хорошая, увлажняющая, питающая масочка. И вот сразу видно, сколько маску носить, да? Когда она уже начинает подсыхать и отставать, значит время ее снимать. Но тем не менее, лицо было увлажненное. И крем после этого не понадобился. Те, конечно, которые любят более, еще больше, скажем так, увлажнить, то им придется крем наносить. Я уже крем не наносила. То есть вот эти увлажняющие маски вместо ночного крема. Пустые баночки на природе. Закончился у нас такой маленький пакетик от Dr. Fisher. Крем от загара. 32 защита. Классная вещичка. Вот такого маленького пакетика. Интересно. Вот. Хватило нам для того, чтобы помазать все открытые части тела всей семьи. А сейчас мы пришли сорвать шелковицу. Сейчас будем кушать шелковицу. Это люди нарвали и выбросили шелковицу, те, кто не понимает, что это такое. Пошли ради спорта, нарвали и все побросали на землю. Девочки, я в районе. Мое детство, шелковица. Красота. Не трусить, только снимать. Ой, девочки, тут хамелеон на дереве. Прямо вон полез вверх, мамочки. Все, нет у меня. Да и футу. Нет места у меня, по-моему. А есть, что-то у меня... На вечер тестируем духи от Miss Dior. Но это уже Eau de Parfum. Такая вот красивая бутылочка. И что у нас здесь написано? Красота ноты грасской розы, подчеркнутая выразительность свежими акцентами, переплетается с пряными аккордом розового дерева, современная женственность в чувствительном цветочном аромате. Вот эти духи, девочки, уже ощущаются намного более такими крепкими и более такие ощущаемыми, скажем так, не так, как утренние. Утренние Miss Dior, вот этот Blooming, более такие нежные, более сладковатые и нежные. А эти более такие стойкие, тем не менее нежные, но тоже что-то в них есть такое приятное, я бы сказала, даже завораживающее. Знаю, что я сегодня заснимала уже пустые баночки, но это гвоздь моих пустых баночек. Помадка от Flor Mar с линейки True Color Matte 91. Она, девочки, была не матовая, а реально кремовая, и посмотрите, наконец-то мне удалось ее добить до самого-самого конца. И насколько я понимаю, она у меня в формате пробника. Мама мне привезла ее с Украины. И наконец-то я ее добила. Как вы думаете, если у меня моя коллекция похудела на одну помадку, значит ли это, что можно добавить еще одну? Сегодня я тестирую духи от Агент Провокатор. Pure Aphrodisiaque, как-то так. Это Eau de Parfum. Здесь 2 мл. Вот так выглядит оригинал. К сожалению, в стране нашей они уже не продаются. Огромное спасибо Аленушке за то, что прислала мне такой пробничек на пробу. И, к сожалению, здесь не описан сам аромат. Девочки, ну он такой сладенький, приятненький, но тем не менее он не приторный. Очень классный. Я в восторге.
Ну а я сегодня с тандемом Caroline и помадка от Oriflame. Номер Oriflame не буду называть, так как она уже вышла. Да, ее больше не выпускают. Но вот такой вот тандем мне нравится очень. Я решила еще раз использовать палетку от фирмы Avon, а также и карандашик. Подарок от Мариша А. Девочки, какие там мягкие тени. Какой классный карандаш. Кстати, это в оттенке Smoky Grey. Посмотрите, как переливается сам карандаш. Супер. Тенюшки. Просто бомба. Даже спонжик, девочки, я хочу вам сказать, тут очень даже рабочий. Помадка сегодня у меня из любимок. От фирмы Oriflame. В номере 945. Девочки, мне кажется, что это из последних новинок с линейки Giordani Gold, если я не ошибаюсь. Очень кремовая, очень приятная и очень хорошо носится. А я сегодня тестирую духи от Ангел и Демон, Le Secret, Eau de Parfum от фирмы Givenchy. Вот такая вот эта красота. И что у нас написано? Цветочно-фруктовый. Актуальная кислинка клюквы, отменная утонченность жасминового чая, очаровательная нежность светлого древесного аккорда. Кстати говоря, девочки, их есть куча разных флакончиков, но и они все, причем между собой, похожи. Поэтому перед покупкой проверяйте, что вы покупаете именно то, что вам нравится. Закончится вот такой вот карандашик от фирмы Caroline, номер 40, Natural. Девочки, я его всего разобрала. Кстати говоря, какая-то странная конструкция. Не такая, как у более новых карандашей. И это все, что там осталось. К сожалению, вот этот чубчик протолкнуть у меня не получается. Поэтому допользую то, что есть. И, как говорится, в пустые баночки собираем за год. Девочки, как надо человеку мало для счастья. Вот я вот в этом рефиле голубом только что дошла до дна. Как приятно. Это тенюшки у меня от Jade. И, наконец-то, хоть что-то у меня дошло до дна. То есть видно, что да, пользуюсь продуктом. Сегодня тестирую духи La Vie est Belle, L'Eclat от Lancôme. Вот так вот, девочки, они выглядят. Я так понимаю, что это новая версия. К сожалению, описания на русском языке тут нету. Чтобы вам сразу с бумажечки зачитать. Но духи, вы знаете, такие интересные. Я даже не могу вам сказать, или они летние, зимние. Такие, честно говоря, я еще не поняла. Поэтому буду продолжать их тестить. Сегодня я также с проектом закончить, с помадкой Аля Мак с eBay. Пытаемся ее добить, но цвет очень хороший. Кстати, наносится, еще раз повторюсь, кремово-мягко, но потом она как бы схватывается и держится целый день. А также вот мои тенюшки от Jade, которые дошли у меня до дна, чему я очень рада. Рубрика «Пустые банки». Закончилась у меня помадка от Faberlic. Вот вам покажу ее последний раз. Номер пробника 42052 или номер помады 4581. Крышечка грязная, так как я всю эту помаду, как бы она у меня растаяла и вывалилась в колпачок, и я ее вымазывала уже из колпачка. Очень красивый весенне-летний цвет и очень нежная кремовая помада. Помадка от фирмы Avon. Blushing Beauty, а также тенюшки от фирмы Avon. Спасибо Марише А за чудесный подарок. И у меня, девочки, смотрите, уже совсем тут ничего не осталось. Дошло уже до пластмасски. Надо будет уже выковыривать. Сегодня тестирую аромат от Mon Guerlain. Eau de Parfum. Вот такая вот милашка. Очень приятный, такой чуть сладковатый запах. И здесь у нас идет описание на нескольких языках. Свежесть особой разновидности лаванды Карла, выращенной в Провансе, контрастирует со сладострастием индийского жасмина самбак и сандала из Австралии, сливаясь в чувствительном порыве с татьяновской ванилью. Интересное такое описание. Прикольненько. Девочки, запах очень хороший. Мне понравился. Сегодня с помадкой от Rimmel. Девочки, обожаю эти помады. Вот такой сиреневенькой упаковочки. В номере 180. Vintage Pink.
У меня всего их 3 штучки. Вот такая вот розовая, коралловая и такая более коричневая нюд. Очень классные, но вот именно вот в таких упаковочках у нас почему-то больше не продают. Сорокоградусную жару, маленький налет на 2 магазина Суперфарм, как вы видите, для ребенка. Это плавки для бассейна, для моря. Купила в 2 размерах, фирмы Haggis. Сейчас они, кстати, говорят, идут 1+1. Была цена 29, сейчас 27, но сейчас они идут 1+1. Купила также от фирмы Life вот такую вот пюрешку, банан, персик, груша и яблочко. 3/10. И купила вот такие вот штучки. Яблоко красно-зеленое и черничка. В других видов не брала, так как у меня есть в баночках. И взяла вот такие вот соски от Nook. Также сейчас по скидке у нас. За 27,90 шекелей 2 соски. Так как мы начинаем потихоньку наши соски все разгрызать. И получается, что у нас очень там за пару дней я должна поменять ему соску. Ну и, конечно, зашла в Yves Rocher прикупить себе вот такой вот гель для душа со вкусом кофейных зерен, или вернее сказать, с запахом. 400 мл, и оно стоило 25 шекелей, когда 200 мл стоит 17 шекелей. К сожалению, помпы отдельно не продаются, и эти гели все шли без помп. С гелями еще это не такая проблема, как с кремами для тела. Они очень густые и очень тяжело оттуда выдавливаются. Так, расскажите мне, пожалуйста, может кто-то знает лайфхак, может какая-то другая помпа, дозатор, машева от какой-то другой фирмы подходит к этим бутылкам. Напишите мне, пожалуйста, тот, кто в курсе.